Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня хобби-влог, такой легкий. Хочу показать, у меня было пару покупочек всего, совсем чуть-чуть. Ну и давайте я вам их покажу. Ну, первое, что купила, там еще пришла, да, взяла акварель. Это Малевич Фрида. Так, здесь у нас краски, оттенки красного. Это красная, алая и опера. Я уже сделала выкраску. Не знаю, показывала, нет. Давайте покажу еще раз. Здесь у меня лимонный. Затем у нас будет опера, алый и красный. Вот такие вот. Ну и все синие с зеленым. Это краска с гомерабиком. Она дает хорошие разводы. Извиняюсь, там Маргариту. Мультики так эмоционально смотрят, пока сохнет. В общем, вот такие вот красивые оттеночки. Акварельки. Ну, к 9 мая муж взял такие вот нашивочки. Вот. Ну, зеленая у меня еще одна пришла, но здесь вот только лимонная, а так они их совместили, получается одинаковые как бы оттенки, да, ну, за исключением лимонного, а так те же синие, как и в море. Поэтому нет смысла выкраску делать полностью, я только лимонные выкрасила, остальные все синие и зеленые у меня на выкраске есть, поэтому я не стала. Дальше. Не удержалась. Увидела у девочек вот такую вот раскраску «Магия черного». Смотрю, сейчас все девчонки активно раскрашивают. И я решила, что ну возьму тоже пораскрашиваю. Почему нет? Что-то новое, интересное. Я взяла «Роскошь цветов». Я так понимаю, с цветами. У нас в магазине была представлена еще «Планета женщин» и «Животные». Не знаю, что-то я женщин, когда посмотрела у Ангелины, мне как-то девушки не очень понравились. Она показывала, как они раскрашивают, такие страшненькие прям. Ангелин, привет тебе. И я... У нее канал Гранди Карт. Я не стала брать. Как-то думаю, ну, некрасиво. Правда. Вот. Так, как сейчас без потерь его открыть? Этот альбомчик. Ну вот решила цветы взять. С животных, не знаю, тоже долго смотрела. Не решилась. У нас в магазине она значительно дороже, чем на сайтах. Поэтому я уж не стала брать несколько. Если понравится, то можно всегда заказать на сайт, на Валберис, на Озоне. Поэтому подешевле. Ну, я думаю, хватит побаловаться одной в целом. А почему еще взяла цветы? Потому что в обычных раскрасках я как-то цветы не очень у меня получаются. Не знаю, не сложилось с цветами. Я решила, что, ну вот, может быть, так у меня сложится. Пусть будет одна прям цветочная раскраска, чтобы можно было пораскрашивать. Давайте чуть-чуть полистаем. Здесь вот такие вот. Они двухсторонние, да, двухсторонние иллюстрации на черном фоне. Посмотрите, какая прелесть. И можно будет так как уместиться в кадр. И можно будет раскрашивать. Вот такая прелесть. Слушайте, можно будет раскрасить как раз весна сейчас нарцисса. Какая прелесть. Вот. Тоже бамбук обожаю. Посмотрите. Да, красиво. Здесь красиво. Потому что, как я уже сказала, у девушек лица какие-то прям, ну, совсем страшные получаются, полосатые. Зверей, ну, можно и с животными еще будет взять. Посмотрим, как это пойдет. Здесь достаточно много иллюстраций. Я так поняла, 64 иллюстрации. Я так думаю, это надолго хватит. Ну, конечно, если постоянно ее красить, то может и быстро закончится. Но в целом надолго. Смотрите, птички. Есть тут, в общем-то, колибри, да, на цветочках и жучки всякие. Ну, в общем, да. Если уж совсем очень понравится, то можно будет еще одно взять. Но в целом, я думаю, одной вполне достаточно. Здесь вот на хлопок похоже.
И вот такая вот. Решила себе такой подарок сделать к дню рождения. Пораскрашивать еще и на черном. Взять такую раскрасочку. Жучки, божьи коровки. Посмотрите, какая прелесть. Ландыш, наверное. Дальше. Вот этот вот мужской цветок. Красивый. Следующее. Вот. Слушайте, ну красиво. Красиво. Я как-то целенаправленно отказывалась от этой раскраски. Но тут у Милы посмотрела и решила, что нет. Все-таки я, наверное, возьму. Как-то девчонки так красиво красят. Клевер, подсолнух, наверное. Некоторые прям сразу уже понимаешь, да, что это. А некоторые... Угадай, что за цветок. Мак. Забыла, как называется. Смотрите, с пчелкой. Вот такая красота. Горошек. Пион. В общем, на любой вкус все цветы. Так что да, наверное, на хмель похож. Вот. Тюльпан, наверное. Не факт, но, скорее всего, фуксия. Кактус даже есть, да, физалис. Слушайте, ну здорово. Так, сейчас мне... Одуванчики. Подснежник, наверное. Там был ландыш, здесь подснежник, скорее всего. Ну и вот такой замечательный папоротник. Посмотрите, какая прелесть. Она на кольцах, на пружинке. На пружинке, не на кольцах, на пружинке. Две желтые вот эти вот. Сама обложка жесткая. Да, 64 иллюстрации. Очень красиво. Будем обязательно раскрашивать и, наверное, все-таки начнем с нарцисса. Ну и, собственно говоря, чем будем красить? Я не удержалась также. Долго я на них смотрела, уже месяц, если не больше, хожу. Месяца два уже хожу, смотрю, а то и три. На вот этот вот набор цветных гелевых ручек. Здесь 30 штук. 12 блестящих, я так понимаю. 10 неоновых и 8 обычных с эффектом, с эффектом металлик. Ну, в общем... Вот таких вот интересных ручек наборчик. Решила взять попробовать. Давайте тоже откроем. А почему нет? Я их тут хранить навряд ли буду в коробке. Скорее всего. Да что ж такое? Сегодня у меня надо было нож канцелярский брать, наверное, а не ножницы. Ну ладно, как я уже сказала, я их тут хранить, скорее всего, не буду. Скорее всего, либо пенал, либо возьму либо пенал, либо коробочку. Ну, что-то для них, потому что неудобно. Не то, чтобы неудобно, она слишком большая. Вот такой вот набор, может, не знаю, может, кто-то не видел. По цветовой... Ну, в принципе, в целом достаточно такая. Давайте что-то другое возьмем. Не очень это удобно будет. Что-то еще, какой-то листок. И попробуем сделать выкраску небольшую. Так, быстро. Быстро-быстро. Попробуем сделать выкраску. Начнем. Ух ты. Еще отсюда нужно вытащить, умудриться. Ну, либо черный, наверное. Да, черный, блестящий, красиво пишут, достаточно такие жирненькие. Вот вытаскивать их отсюда не очень удобно. Не сложно, но и не сказала бы, что удобно. Мы также с вами частично два коричневых, смотрю, здесь есть. Не совсем удобно все это дело. Пишут. Просто новый, видят, шарик.
Они такие как шариковые, видимо. Все-таки гелевые, но, знаете, как будто шариковая ручка. Что тоже здорово. Футляр классный. Очень нравится. Их можно потом оставить. Менять стержни. Здесь он такой достаточно удобный, прозрачный. Плюс они все с вот этими штуковинами. И, кстати, можно опять же, да, здесь колпачки блестящие. Там неоновые, там металлики. Вот такое серебро красивое. Слушайте, ну, вполне приличные ручки. Очень хорошо. Не знаю только, захочет ли камера показывать этот шиммер. Все-таки высветляет, да? Дальше. Ну, мы не будем сильно, я думаю, надолго. Давайте, не знаю, поярче красный. Золото. Два разных золота получается будет. Вот. Розовый. Давайте так чуть-чуть на, как говорится, по-быстрому, по чуть-чуть. Полностью не буду. Чтобы вы просто имели представление, да, что это за ручки. Потому что я так думаю, что, ну, уже все, наверное, за несколько месяцев, кто хотел, купили эти ручки. Наверное, я все долго думала. Хотя вот иногда, знаете, нужно гелевые ручки дорабатывать, что-то дорисовывать, какую-то иллюстрацию. Я очень редко их использую. Но вот неоновые что-то мне не очень пока что нравится. Пока как-то не особо. Я бы сказала, что они даже неоновые. Ну, давайте. Вот розовый такой. Так, ну вот это неоновая. Уже. Ага. Металлики давайте посмотрим парочку. Здесь уже тоже сразу видно этот эффект. Немножко пошумлю. Здесь вроде как эффект, но вы знаете, я немножко, все-таки шиммер присутствует в них. Вот этот мне интересен оттенок. Не пойму, серый. Ой, тугие колпачки. Да, такой серый. Красивый. Серо-голубой, что ли. Да не хочет. Камера не хочет. Что-то такое. Не хочет их показывать. Ну и вот этот вот интересный. Тоже черный, наверное, скорее всего. Давайте его тоже попробуем. Да, такой красивый черный. Вот такой вот. Отказывается камера вообще сегодня что-то показывать. В общем, вот такие вот ручки. Интересные. Достаточно большой набор. Подцветовой тоже достаточно интересный. Будем пробовать раскрашивать. Посмотрим, как это будет в раскрасках. Но я думаю, как раз вот на черном это будет достаточно красиво смотреться. Сейчас мы... Ну, давайте, мы же хотели... Нарциссы, собственно говоря, весна, чтобы были у нас нарциссы. Ну, давайте их и раскрасим. Не то чтобы раскрасим, я начну. Мне просто интересно, как, где он тут, как это все будет выглядеть. Мне бы хотелось посветлее. Не хочется темных оттенков. Смотрим, мы сейчас сначала светлый, потом, если что, добавим темного. Как это все будет на черном смотреться? Слушайте, ну красиво, очень красиво.
Конечно, это не 5 минут. Не сказать, что это будет там краситься 2-3 дня, но и не 5 минут все-таки, если аккуратно красить, да. Мне просто немножко не с руки. Но в целом здорово. Можно добавить еще обычных гелевых ручек. У меня где-то в заначке есть. Я уже давно не красила гелевыми ручками. Как-то ушла от них. Непривычно немножко, но в целом, слушайте, здорово. На черном иногда для разнообразия можно пораскрашивать, что тоже здорово. Ну, вот так вот получается. Слушайте, ну я довольна, мне нравится. Мне нравится, как получается, достаточно ярко. Можно оставить таким вот салатовый, можно взять более зеленый цвет, да, но все-таки весна. Пусть будет таким более салатовым, более молодая, так скажем, листва, травка и так далее. Вот такая вот прелесть получается. Так что я довольна. Приобретением будем красить. Под них найду какой-нибудь пенал, чтобы можно было вот это вот не падало здесь все. Чтобы это все было более компактно и как-то поудобнее. Их, в принципе, и так видно. Даже если они будут все вместе лежать в одной кучке, видно, где какая, где с блеском, где неон. Так что вот такая вот у меня покупочка. Я довольна. Вот такое у меня сегодня было небольшое для вас видео. Небольшие покупочки. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Кто уже красит, пишите, чем вы здесь красите. Пробовали ли мне здесь фломастерами или маркерами красить. Но спиртовые здесь махом протечет. Не получится. А фломастером, наверное, тоже можно будет тонкими какими-то раскрашивать в них. Пишите, чем вы здесь раскрашиваете. Ну вот я думаю, как раз поиспользовать гелевые ручки, эта раскраска самое то. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Хорошего всем весеннего настроения. Ну и пока-пока.